Плохое соседство. Правоохранители задержали группу лиц за разбой. Мужчины по наводке местной жительницы проникли в квартиру иностранца, угрожая пистолетом, завладели ценным имуществом. Собрали планшет, телефон, часы, $100, которые были в кармане, пятерки, двадцатки, там я еще гривны какие-то были с магазина видео. По данному факту сотрудниками Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции в городе Одессе материалы были внесены в единый реестр досудебного расследования по статье 187, часть 3 Уголовного кодекса Украины. Отмечу, одному из участников банды уже избрали меру пресечения. Он находится под стражей. Участие девушки в подобных правонарушениях проверяет полиция. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.